витископ. Во время Евробаскета, буквально в преддверии, я получил травму и, скажем так, рискнул сыграть. Опять же, тяжело судить, правильный или неправильный выбор я сделал. Может быть, я где-то и помог сборной, может быть, я и сыграл не так, как хотелось бы. А с другой стороны, я ее не залечил и попал туда, в мясорубку, скажем так, не готовый. Тяжело, тяжело идет лечение, но я же опять же говорю, время есть, поэтому сейчас, конечно, намного лучше, чем было. Вот. Ну, к сборной буду готов. В команду не попали такие суперслабые команды, там, я уже не вспомню, там, типа Египта, Ангола или что-то такое, которые, ну, на самом деле они по регионам проходят, но в области баскетбола они далеко-далеко от топовых команд мировых. Таких команд у нас в группе нету, поэтому есть куча середнячков и есть, естественно, команда США. Много говорят об этой игре, и все хотят увидеть, сравнить. Зрители, которые следят за Суперлигой и одновременно за НБА, они даже не могут в уме представить, как это сейчас у нас сольется, как будут играть те против других. Ну, я думаю, все ждут этого и хотят посмотреть. Естественно, каждая суперзвезда НБА хочет выиграть Олимпиаду и мир. Вот. Некоторые выиграли Олимпиаду, и они хотят еще раз взять мир, и потом уже будут думать, играть ли еще раз за сборную или нет. Естественно, куча молодых, талантливых игроков, которые еще не завоевали награду в мире, и они, естественно, захотят поучаствовать. Поэтому, конечно, я ни с кем не общался, но это мое мнение, что будут все, кого мы хотим увидеть, все будут. Витископ. Спортивное видео.